Здравствуйте, купили рейсмус бюджетного варианта. Где-то год назад поставили себе его на производство. Хоть рейсмус бытовой или бюджетный, как называется, ну, нормально справляется со своими обязанностями. Ну, мы немножко усовершенствовали, добавили ему, удлинили стол, добавили дубовых досточек. И с той стороны так же самое сделали, чтобы на выходе было проще. Ну, модель, в принципе, себя полностью окупила уже, так как работает у нас больше года. Ну, сейчас примерно покажу, как если вы захотели заборчик или речки пропустить, как это все делается. С помощью этого рейсмуса получается очень хорошие досточки. Тут немножко стружками не мешает. Сейчас, секундочку. Так, вот так. Можно сделать как забор, как беседку, скамейку. Желательно использовать материал подсушенный или сухой. Чем сырее материал, тем сложнее прохождение этого материала через рейсмус. Так как, особенно если мы берем хвойные породы, поднимается ворса, забивает ножи, ну и само прохождение через рейсмус не рекомендовано. Вот такое вот у нас получилось. В принципе, за 3 минутки мы получили неплохой деревянный щит. Очень важно, желательно такой ремень 348-6PG иметь в запасе. Тогда будет бесперебойная работа рейсмуса. И вы в любой момент сможете его поменять и работать дальше, если вдруг что-то случится.